У нас это последнее занятие в данном учебном году, имеется в виду 2020-2021 учебный год. И потом будет у нас новый учебный год, 2021-2022. Там мы соберемся, как всегда, второй вторник октября. И, соответственно, время у нас получается... Времени достаточно много для того, чтобы подготовиться. Надо бы сделать следующее. Надо самим взять и прочитать до конца. Если вы мне покажете хоть одного человека, или встречали, или видели, или знаете, или слыхали, который все понял, то мне будет очень интересно, я буду очень благодарен. По крайней мере, я к таким людям не отношусь. Но... Я могу, имея в виду, что, видимо, я больше других занимаюсь наукологикой, в связи с тем, что я готовлюсь к тому, чтобы занятия проводить. Я хочу вам сказать, что при каждом очередном чтении открываются новые, так сказать, моменты, которые казались просто, ну вот читаешь, как говорится, шевелить можно губами, повторять, а смысл не ясен. А постепенно... Это проявляется. То есть все это нам непривычно. Непривычно, потому что мы такими вещами не занимались. Вообще надо сказать, что вот эта классификация, которую дал Гегель, она непривычна еще и потому, что она опирается на саму науку логики, на объект, на ее все строение и структуру. Но это уже относится к самому занятию, и поэтому мы сейчас начнем. Давайте начнем. Можно начинать? Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное в этом учебном году, 2020-2021, и одновременно, и последнее в этом учебном году занятие. Те, кто устал от изучения науки логики, имеют возможность отдохнуть. Но я так понимаю, что те люди, которые ходят в кружок, ходят не потому, что они от этого устают, а они стремятся разобраться, потому что разобраться... в науке логики непросто. И поэтому здесь разные формы хороши. Вот. И кружок нам, так сказать, дает возможность увидеть, что мы постепенно продвигаемся вперед все вместе. Пусть там что-то разобрали, что-то не понято, что-то понято, но тем не менее мы двигаемся вперед и все больше и больше понимаем. Это во-первых. Во-вторых, уже у нас практика изучение науки логики столь большая десятилетиями в этом кружке, потому что в свое время он проводился у Федотова на квартире Константина Васильевича еще в давние времена, еще почти 30 лет назад. И поэтому за нами сейчас не угонишься. Те, кто хотят с кондачка понять науку логики Гегеля, они, как правило, тут обрезаются или сводятся все к какие-нибудь изобретения законов диалектики. Иногда говорят о законах политэкономии. Я не знаю, что это такое. То есть вообще есть законы развития действительной жизни. А что такое законы диалектики? Что у диалектики свои законы? Или диалектика изучает те законы, которые есть в природе? Но судя по тому, что закон – это спокойное в явлении, какие могут быть законы диалектики? Нет никаких законов диалектики. Но это вот я как раз под влиянием недавно полученной такой брошюрки, которую один товарищ написал, что надо ли вот обязательно изучать Гегеля. Сейчас, говорит, так надо короче и проще. Ну, короче и проще бывает человек, возьмет две бутылки, точно уже ничего не понимает, это гораздо быстрее, чем если Гегеля читаешь. Поэтому совет у меня прежде всего такой, связанный уже с тем, что мы действительно продвигаемся, действительно продвинулись, и у нас есть уже результаты и обсуждения. Даже вот мне приходится выступать на ресурсах, которые нам недружественные, можно сказать. И там большинство голосует положительно это дело. То есть надо сказать, что само распространение науки логики, в том числе и с подключением такого ресурса, как
oper.ru, где просмотров там не тысячи и не десятки, а сотни. В частности, введение в науку логики, там есть специальный раздел, можно открыть персональную страницу и посмотреть. Введение в науку логики посмотрело более 600 тысяч человек. Более 600 тысяч. Поэтому это, мы знаем, как Ленин говорил, политика начинается с миллионов, если, значит, только на одном ресурсе, но он самый зато мощный ресурс. Одна только публикация дает вот такое количество просмотров. Но что касается всего остального, мы приближаемся здесь к миллиону. И поэтому вопрос о изучении науки логики в России, можно сказать, он сдвинулся с мертвой точки. То есть это явление стало общественным явлением. Вот. Мы это видим и по ресурсу Академия смыслов Лобби, где вот у нас идет обсуждение ленинских работ последовательно, как учил бы Гегель, чтобы двигались в порядке развития, как события развивались в экономике, в политике, в идеологии, в классовой борьбе, в революции. И, соответственно, это обсуждается. Вот мы дошли уже до обсуждения 43-го тома. Они публикуются на этом же ресурсе, где вот мы видим, что там тысячи, по крайней мере, до 10 тысяч смотрят эти материалы. Но рядом стоит вот этот курс, вот краткий курс диалектики Гегеля. 142 тысячи просмотров. То есть вот на таком ресурсе, на котором никакие другие ресурсы, то есть можно сказать, что самый популярный в Академии смыслов курс, это курс вот этой самой, краткий курс науки логики Гегеля. 142 тысячи, и причем если какой-то обычно набирает курс, и так и стоит на этом. А этот все набирает, и набирает, и набирает. То есть можно сказать, наши усилия по решению той проблемы, которую поставил в свое время Ленин, как он сказал, что нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Надо сказать, что некоторые товарищи, которые не привыкли к такой строгости цитирования, к строгости утверждений, говорят, нельзя. Вот утверждал Ленин, что нельзя понять капитала Маркса. Это ерунда. Можно понять капитал Маркса, и нужно его понимать, но вполне понять, вполне, то есть во всей ее красоте, во всей глубине и в движении его категорий нельзя без изучения науки логики Гегеля. Это видно и по материалам к экзамену, который я вот сейчас получил. Вот люди пишут там про капитализм, что, дескать, это вот товарное производство. Не все пишут, что на таком этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром. Как-то об этом забывают. То есть вот развитие не берется, а когда развитие не берется и становится этим неподвижным, сам этот капитализм, а он подвижный и развивается. Или пишут о капитале финансовом, и говорят о сращивании банковского и промышленного капитала. И забывает такой момент, что при господстве, при верховодстве банковского. Ну, это все очень существенно. Это люди, которые занимаются в кружке, мало или много, они понимают, что здесь, если вы не так сказали, это не вполне соответствует истине. Правильно? А если вы хотите, так сказать, двигаться к истине, значит, вы должны выбирать соответствующую форму выражения. И это не очень просто. Это не очень просто. Вот мы здесь столкнулись с большей трудностью, чем раньше, чем даже в учении о бытии, в учении о сущности, поскольку здесь прямо там из одних категорий другие не вытекают. Прям так напрямую. Они вытекают из того, что вот эти понятия, которые мы здесь изучаем в учении о понятии, в субъективной логике, они отражают движение жизни. А движение жизни идет, мы уже его прошли, таким образом, что сначала есть бытие. Потом один товарищ написал тут вот в своем ответе, что оно проходит через сущность и становится понятием. Не проходит оно через сущность.
В сущность приходится углубляться, и вот там, так сказать, противоречивый процесс получается, что мы приходим к понятию основания, а на основании уже есть учение о сущности, всякое бытие отрицается, а вовсе не проходит оно так запросто, оно отрицается уже в самом, отрицается вот это основание, которое является отрицательным, и тогда получается восстановленное через сущность бытие. Помните, мы об этом говорили? Восстановленное через сущность бытие. Как называется восстановленное через сущность бытие? Ну, как называется восстановленное молоко, все знают. Цельное, как говорят, утверждают в магазине. Или там 100% ананас. А если читаешь мелким шрифтом написано, то написано «сделано из пюре ананасового». Как? 100% ананасовый сок сделан из пюре. А как добавляют воду этому? Как вот 100%? Так вот, восстановленное через сущность бытие. Как называется восстановленное через сущность бытие? Уже сказали. Существование. Видите, так. Существование. И потом уже существование. И потом все время идет пара. Вот это вот основание и основанное. Да еще и предпосылка есть. Когда вы, так сказать, берете отрицание вот этого основания. Когда вы доходите до явления, то парой к нему тем, что является основанием, то что явление – это некое бытие, основание которого вовсе не бытие, а что? Закон. Закон. И закон так просто определяется, что вот, ну вот посмотрите, чего только не пишут про то, что такое закон, а уж так, так просто, как Гегель написал. Что такое закон, товарищ Лазарев? Спокойное явление. Ну вот и все. Спокойное явление, все понятно. Все просто и понятно. Поэтому, с одной стороны, то есть кажется, что вот это трудно понять, это трудно понять. Но если мы читаем очень умную книгу умного человека, глубоко просвещенного и вместившего, так сказать, в себя всю предшествующую философию, мы продвигаемся вперед. А непонятных книг очень много, и когда в них разберетесь, там выясняется, что в некоторых книгах нечего было и понимать. То есть для того, чтобы разбираться в том, что вот это толковая книга или бестолковая, нужно иметь вот действительно такие ключевые книги в голове, которые сразу позволяют сказать, что это вот я полистаю, скажу, это барахло, это не надо этим заниматься, время тратить не стоит на это ни к чему и так далее. Ну вот, двигаясь таким образом, мы здесь большие затруднения имеем, особенно в учении понятий. Несмотря на то, что мы его, так сказать, с точки зрения изучения пересмотрели и, так сказать, изучаем, так сказать, подходя к этому вопросу материалистически. Мы начали с объективной логики и перешли к субъективной. И это уже осталось позади, вот этот поворот или переворот, который мы сделали, который сводится к тому, чтобы поправить Гегеля в этом отношении, что все-таки дело идет не так, что из понятия получается материя, а из материи получается понятие. Из объективного получается субъективное. Но мы застряли здесь и застреваем. На чем? На субъективном. И кажется, что мы сейчас выйдем через субъективное к следующему субъективному. Но здесь вот такой прямой дороги нет. Почему? Вот именно потому, что это субъективное. Мало ли что у человека в голове, у одного, а если у целого общества в головах. Где там найдешь прямую дорогу? Что там происходит? Поэтому Гегель предлагает по существу в том вопросе, про который он говорит, что вот мы, если раньше не хватало материала для построения учения о бытии, учения о сущности, это не было не разработано должным образом, то здесь наоборот, как будто город весь такой построен, там здания, сооружения, все есть. И здесь надо, так сказать, перестроить этот город. И некоторый материал просто вполне полезный там, и нужно оставить в стороне. Почему? А как перестроить? На каком основании? А на том основании, что он за критерий движения, постановки следующих категорий, а затем еще следующих, берет ту структуру, которую мы прошли. Он как бы идет, первая, у нас первая книга была какая в объективной логике? Учение о бытии.
Вот поэтому всегда рассматривается сначала категории, которые здесь отражают уже категории наличного бытия. Вот сейчас мы подошли к понятию рефлексии. Сейчас понятие рефлексии – это тема сегодняшняя. И там сначала это уже, как говорится, следующее. А перед этим было суждение, перед суждением рефлексии, которое мы сегодня будем рассматривать, было суждение наличного бытия. Ну, то есть, а что сначала идет в объективной логике? Наличное бытие, потом идет рефлексия. А потом что идет? Вот мы даже вот некоторые листают, а мы можем и не листать, все, вы не знаете, что за сущностью пойдет. Когда говорят рефлексия, это отражение, то есть отрицание бытия. Что пойдет за сущностью? Что идет за сущностью? Понятие. Понятие. Значит, какая будет категория следующая, которую мы уже сегодня не будем изучать? Рефлексия понятия. Рефлексия понятия. Вот и все. Поэтому вот поставил это Гегель. Естественно, все там многочисленные классификации, какие только они делали, он их оставил в стороне, потому что это вкусовщина. Никто не запрещает каждому здесь присутствующему взять свою классификацию понятий и все, и подписаться. Я вот даю такую. Гегель такую дал, а я такую. Гегель умер, а я живой. Потом Гегель будет вечно живой, а меня никто не вспомнит. Может быть и так. Но во всяком случае, вот это надо иметь в виду. Поэтому если кто думает, что для понимания вот этого материала, который мы сейчас изучаем, нужно вот здесь только вникать. Нет, на самом деле надо держать в голове и иметь в виду то, что как бы считается пройденным. Что значит нехорошее слово «пройдено», потому что ведь пройти можно и углубившись, а можно пройти мимо. И кое-что приходится проходить мимо, иначе вообще невозможно пройти. Так что в этом тоже есть некоторая трудность. Но уже принцип совершенно ясен. Вот Гегель руководствуется таким принципом, что в учении субъективной логики надо исходить из того, как находится в объективной жизни, как происходит дело в объективной логике. И объективной логике у этого самого идеалиста посвящено две книги, а субъективной – одна. Поэтому, как говорится, требовать от того же самого Гегеля, чтобы он стал материалистом, хотя еще не было Фейербаха, и эта работа не проделана была, рановато, тем более, что и Маркс с Энгельсом начинали не с того, что они стали материалистами. Значит, кто они были до того? Они были младогегельянцами. Идеалистами. Значит, материализм их толкнул Фейербах. Ну, а Фейербах из-за того, что он не изучал науку логики, они его так не особенно на нем нажимают. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Хорошая книга у Энгельса, можно ее почитать. Энгельс сказал, после этого они сразу фейербахианцами стали. Нет, они после этого стали не фейербахианцами. После этого они разработали диалектический материализм и исторический материализм, применив диалектический материализм к исследованию истории. Вот. Поэтому они пошли дальше и Гегеля, и Фейербаха. Но, включив свою систему и то, и другое. То есть ничего не потерялось. То есть как вообще построена эта книга? Она построена так, что вот каждое следующее включает в себя предыдущее. Ясно, что не любые работы включаются в виде какого-то основания, но и работы Гегеля, и работы Фейербаха, их никак нельзя пропустить, если мы хотим понять, как сформировалась философская позиция Маркса и Энгельса. И второе, вот мне, например, было непонятно, что-то странная такая картина. У нас в Советском Союзе все это разные науки, политэкономию одни изучают специалисты. Вот я пошел на политэкономию в аспирантуру, кандидатскую защитил. А еще есть философы, это отдельная тема. А еще есть научные коммунисты. Потом выяснилось, что это я потом уже узнал, что научный коммунизм придумал Суслов. Собрал в 1961 году перед
в связи с тем, что объявлено уже, что скоро будет коммунизм через 10 лет, первая фаза. Хотя первая фаза была в 1936 году. А потом вторая еще через 10 лет. Так нужен научный коммунизм, нужно преподавать. И я поэтому вот этому научному, по теории научного коммунизма и получил докторскую диссертацию. Но такой науки, строго говоря, нет. Это научный социализм. Другое дело, что вот научный социализм хотели использования изъять. Ну вот, а мы должны его вернуть. Поэтому никакого особенного научного коммунизма, который перерезает, так сказать, вот эту дорогу от Энгельса, который говорил о научном социализме, от Ленина, который говорил о том, что есть три источника и три составных части марксизма. Есть социализм утопический, есть социализм научный. А кто уже, наверное, пожил при полном коммунизме, может, он так и живет у нас, некоторые говорят, поодиночке заходят, говорят, Абрамович давно уже зашел в полный коммунизм. Ну вот те, они стараются это дело оторвать от социализма. Разве социализм это мало? Социализм неизвестно, сколько должен двигаться до полного коммунизма. Судя по тому, что такая крупная держава, как Советский Союз, откатилась назад. Поэтому так думать, что вот если вы где-то победили и построили что-то и создали, ну, то, что построено, может быть разрушено. Что у нас, мало, что ли, развалин всяких? В том числе и древнеримских до сих пор стоят. А такие, как древнеримские, у нас сейчас пройди, пролетай просто на самолетах, на вертолетах, увидите, развалины не хуже, чем были в древнеримские. Там заводы, там. Вот, допустим, был завод Леснер. Потом был завод Карла Маркса, выпускал, между прочим, ракеты и выпускал системы, которые там сбивают самолеты. Ну, вот теперь у нас он возродился, новый Леснер. А что значит возродился? А просто сам убрали все следы этого предприятия и поставили там комплекс жилищный, которые быстро-быстро много содержат здания, и много денег получили те, кто строили. Удобно людям стало. Да. Раньше их там заставляли работать, а теперь они там живут. Да. Пространство. Вот, таким образом, значит, я вот прошу всех взять на заметку, что когда вы думаете, а как осуществляется здесь переход, вот здесь такого прямого перехода, он намечен тоже. Но этот переход связан с тем, что мы держимся вот той логики, которая была объективной логикой. А если субъективная логика отражает объективную логику, так у нас за категориями наличного бытия должны пойти категории, уже в субъективной логике, категории сущности. Означается словом рефлексия, а потом понятие. Ну, раз так, вот это, собственно, Гегель делает. Надо только это дело читать и запоминать. Вот. Что мы с вами, в общем-то, и пытаемся сделать. Ну вот, мы с вами рассматривали раздел, который называется... Нет, который называется «Суждение наличного бытия». Все оно было связано с чем? С единичным и всеобщим. Да, единичное и всеобщее. Единичное и всеобщее. Я думаю, что достаточно того, что я сказал, потому что если с единичным и всеобщим, то когда вы берете, знаете, и отражаете во всеобщем единичное, получается особенное. Особенное тут всегда обнаруживается. Это правильно то, что вы сказали, и я против этого не возражаю, но просто надо иметь в виду, что общий вид какого суждения наличия? Суждение наличия? Единичное есть всеобщее. И из него очень хорошо видно, что единичное ведь это не всеобщее. А всеобщее ведь это не единичное, с одной стороны. А с другой стороны, тут же нету этого вот различия, как в наличном бытии, что нечто и иное, совсем разные. Они и всеобщее, и единичное, они неразделимы. Их нельзя, так сказать, отделить, оторвать одного от другого. От другого, правильно? Единичное яблоко – это яблоко. А яблоко, оно не может не состоять из каких-то единичных. Если это яблоко, которое, значит, какой-то сорт вывели, что сорт вывели, но ни одного яблока нет этого сорта.
Так есть это всеобщее? Это не всеобщее, это туфта. Это обман народа. Когда говорят, мы вывели новый сорт яблок, пока он и еще нет ни одного яблока. Вот когда будет хоть одно, тогда можете говорить о сорте. Поэтому на самом деле это кажется, что всеобщее такое большое и важное. Вот кажется, что вот общество там, или всеобщее, если применительно к обществу говорить, это выше, чем отдельные люди. Правда? Ну, отдельные люди смертные, а общество бессмертно. Оно по своему понятию, это высшая форма развития материи, будет развиваться. Нас не будет, а общество будет. И кружок будут вспоминать, даже когда ни одного не останется из тех, кто участвовал в этом. Но я думаю, что кружок мы затеяли такой, что я думаю, что он будет продолжаться и в позднем коммунизме, если иметь в виду оттачивание этого самого инструмента. Как это «нет весь, я не умру», да? Ранний коммунизм, поздний, средний коммунизм. Палеолит. Так, но общество же состоит из единичных людей. Вы, конечно, можете их в группы, в классы сформировать. Это будет особенное, правильно? Ну вот рабочий класс – это же особенные люди. Да. И интеллигенция тоже особенная. Она особенно особенная. Особенно. Три раза надо сказать. Программисты – особенные люди. Тоже четыре раза. Отмечают, вот какой-нибудь, начали бы они какую-то бурную какую-то деятельность революционную. Мы знаем программистов, которые вовсю работают очень прекрасно в рамках Рабочей партии России и стоят на позициях рабочего класса. Но вот говорят, что есть какая-то особенная позиция к программистов. Не знаю, в чем она состоит. Вот хорошо бы это посмотреть. Ну вот поэтому вроде тут с этим все ясно. Вот есть суждение. И как оно, как просто здесь получается? Вроде читаешь совсем сложно, смотрите, как положительное суждение, а потом что после положительного-то должно быть? Вывор-то какой? Ну что может быть после положительного суждения? Ну вот отрицательное суждение. Вас это удивляет? Ну вот отрицательное. А после него, когда есть и положительное, и отрицательное, куда еще деваться бедному крестьянину? Бесконечное суждение. Он сидит и бесконечно повторяет, всеобщее есть всеобщее, единичное есть единичное. А если это вот так потренировать хорошо, вот у Татьяны Валерьевны очень хорошо получится, но я тоже могу попробовать, меня потому что тоже учили, говорят, Михаил Васильевич, вы говорите неубедительно, вот я так быстро, надо говорить убедительно. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Ну убедительно же. А то вы начнете, Нет. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Чего вы там говорите, это не важно. Важно, чтобы было убедительно. Правильно? Должно быть не в словах, а в голосе. В голосе, конечно. Товарищ Лазарев, изучаем науку логики. Так точно. Замечательно. Правильно. Так, кто вмешивался, тот наряд не в очереди. Так. А почему о положенности речь идет в известном анекдоте военном? А солдат говорит, а почему мясо в кашу не положено? Отвечает сержант, не положено, значит не положено. Так говорит, положено же. Ну, раз положено, значит, положено. Так не положено же. Не положено, значит, не положено. Ну, и все. Так что форма тоже содержательна, конечно. Это демонстрация того, что форма содержательна. Если вы будете правильные вещи говорить неубедительно, так сказать, говорят, меня никто не слушает, мою революционную борьбу никто не принимает. Но такая у тебя революционная борьба, больше суета. Есть такие люди, которые все жалуются, суетятся и жалуются, что у них ничего не получается. Ну что-нибудь-то получается, но давайте на этом сконцентрируемся. Что-то у нас ведь и получается, у нас много не получается, но что-то и получается. А мы и вовсе не обещали все сделать. Мы обещали двигаться в правильном направлении и по тем возможностям, которые у нас есть, и постоянно выходить за свой предел. Так? Вот это мы обещали. То есть человек развивается тогда, когда он выходит за свой предел. Но я за ваш предел-то не могу выйти, вы за мой не можете выйти. Вы за свой должны выходить.
Вот, значит, после отрицательного суждения, какое бесконечное, думаем, что тут такого сложного-то вот написано на странице 65. Единично, единично. Что тут непонятно? Кому непонятно, что единично, единично? Валерий Александрович, вам как старости кружка понятно, что единично, единично? Ну, вот видите, я вижу, вот как раз, а вот дальше ниже положительно бесконечное суждение также гласит, всеобщее есть всеобщее. Кто против? Запомните, пожалуйста, всеобщее есть всеобщее. Вот, то есть, с одной стороны, это форме суждения соответствует? Соответствует. Это суждение бесконечное. А, и причем так хорошо называется, что ведь человек может изображать из себя философа и бесконечно бормотать. Единично, единично. Всеобщее есть всеобщее. Запомнили, что всеобщее есть всеобщее? Вот. Ну, раз запомнили, переходим дальше к суждению рефлексии. Потому что сам этот переход осуществляется в том, что бесконечно это говорить нельзя, и надо какое-то отрицание. А когда вы берете отрицание единичного, то что вы получаете? Всеобщее. Нет, это когда уже тут у нас единичные, всеобщие уже тут рассматривались, и то, и так, и сяк. А если вы делаете особенный, получаете, вы же хотели его просунуть, а тут, ну а что вы тогда? Постеснялся. И также, да, вот постеснялись. А тут же и отрицание всеобщего тоже особенное. Можно ведь... Поэтому начинает, если мы хотим что-нибудь содержательного получить, то надо увидеть отрицание. Без отрицания содержательного ничего не будет. А почему? Без отрицательного вообще ничего, так сказать. Отрицание – это же определенность. Правильно? Мы с самого начала, если вернемся к самому началу изучения науки логики, определенность наличного бытия. Что такое? Небытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия, есть определенность. Вот, товарищ Мордовин, человек в очках. Что его определенность? Очки. А. Нет. Так, ах, так вы поступили, тогда... Нет, нету, а мозг есть. Вот. Вот это определение. Это что же отрицание? Вы же отличаете себя и ваш мозг. Ну, с ботинком-то вы мозг не... Ботинок – это не я. Ну, хорошо, пятка. Пятка. Тоже не вы? Частично. Ну, пока еще у вас ноги, так сказать, при себе, так сказать, все нормально, протезов нет. Я, ну, не весь. Не весь. Ну хорошо, тело вас устраивает. Тело. Все-таки тело или мозг? Вы чем думаете? Всем телом? Всем телом думаю, потому что без тела мозг работает тоже не будет. Между делом я думаю всем телом. Так самое-то интересное, что были же такие люди, известные философы, как Бюхнер, Фокт и Малешот, которые думали, что мысль, вот она тоже материальна. Она, вот сказать, что мозг вырабатывает мысль, как печень вырабатывает желчь. Ну, вот это дальше не пошло. Да, они так думали. Да, не просто думали, это философская система. Вы можете с ней не соглашаться, но она представляет собой ступеньку, на которую, если встанешь, то провалишься. Вот, потому что мысль, как уже теперь понимается, и в диалектике объективной, и в диалектике материалистической, в идеалистической и материалистической, что мысль – это отражение, рефлексия, мысль. Рефлексировать, даже думать называется рефлексировать. Иногда это называют «пора скинуть мозгами», только не надо страшные картины так представлять. В буквальном смысле. Ну, то есть это движение, так сказать, мыслей туда-сюда. Это надо обдумать. А как его обдумать? Туда-сюда, так. А если вы никак, у вас никакого движения мысли нету, а все застряло, ну, тогда умище просто некуда девать, он уже двигаться не может, потому что там все прочно. Стоит. Вот, поэтому что может получиться дальше с суждением наличного бытия? Ничего другого нет, кроме как получить некое отрицание это дело. Это значит, раз отрицание, значит рефлексия, отражение. То есть отражение чего-то, надо взять что-то отрицательное.
В возникшем теперь суждении субъект есть некоторое единичное как таковое. Равным образом всеобщее уже больше не есть абстрактная всеобщность или единичное свойство, а положено как такое всеобщее, которое синтезировало себя воедино путем соотнесения различенных, или, если его рассматривать со стороны содержания разных определений, вообще как самособирание воедино многообразных свойств и существований. То есть различение должно быть тут, а не просто единичные и всеобщее, всеобщее единичное. Значит, надо вот, так сказать, взять то, что содержит в себе и с одной стороны и всеобщее, а с другой стороны и единичное. И такое единичное, которое отрицает всеобщее, и такое всеобщее, которое отрицает единичное. И вот тогда мы получаем суждения другого типа. Первые суждения наличного бытия были очень такие лобовые. Роза есть растение. Тут и тут существительное, и связка есть. Так, а здесь упор уже на связку. Связка связывает то, что вот так вот в лобовую, так сказать, не выражается. Например, человек смертен. Где тут самособирание? Если человек смертен, то берется же не один человек, а берется человек как представитель всего человечества, как всеобщества. Так если он смертен, как он берется? Значит, он умрет же. Значит, он, с одной стороны, берется, но берется с отрицанием. Вещи приходящие. Вот это вот то, что у вас есть, Валерий Александрович, тогда не только приходящее, еще и уходящее. Да, если кто-нибудь ее увидит так и ненароком положит в карман, потом она и так она и выйдет. Но это соответствует даже понятию прихождения. Было и не стало, не было и стало. Это возникновение уже. Вот. Или дальше. Эта вещь полезна. И вот Гегель обращает внимание на то, что когда такие суждения высказывает, то они носят такой действительно характер самособирания. Это собирается. И эта вещь полезна. Что значит полезна? Значит, берется отрицание этой вещи. То есть какой-то человек имеется в виду. Не сама вещь. Не вещь в виде только единичного или особенного или всеобщего, а вещь, которая еще рефлексирует с чем-то, отражает что-то другое. Кому она полезна-то? Вещь полезна. Кому? Кошкам? Человек. Кошкам не полезно то, что продают. Полезно тем, кто корм продает для кошек. Например, если, так сказать, кормить кошек тем, чем их кормят, этим кормом, они уже сметану есть не будут. И рыбу даже не будут свежую, если так подсадят на это дело. Я видел, как кошки в разливе на даче, которые когда уехали, те товарищи, которые кормили своих кошек этим кошачьим кормом, ну и прикормили всех остальных там бродячих кошек, которые приходили, они потом все подохли, потому что они уже обычную пищу есть не могут, которая является натуральной. Но как вот там, вы представляете, вы посмотрите, там написано «кролик», «кошка ест кролик», ну, мы бы так питались, как они, кролик. Но там что-то добавлено такое, что она не может, что она уже один раз, так сказать, приступив к этому употреблению, от него сойти не может. Потому что это не просто вещь, а это товар, а товар – продукт, производимый для обмена. Покупает – значит, хорошо. Так, человек смертен. Эта вещь полезна. Значит, есть вещи, которые вредны. То есть в таком высказывании содержится прямо противоположное утверждение. Отсюда рефлексивность, правда? Что значит рефлексивность? Отраженность. Если я говорю, что вот деятельность товарища Лазарева сегодня полезна. Чего я хотел сказать? Что обычно вредна. Я же не сказал, что она вчера была не полезна, и не сказал, что она и завтра будет не полезна. Ну и хорошего ничего такого не сказал, правда? То есть в чем состоит рефлексия? В отрицании. Вот когда мы говорим отрицание, ну рефлектор это что? Ну вот сейчас их мало продают. Как-то они сейчас не в моде, а тогда были вот рефлектор купишь, а он так-то на тебя направляет, на тебя, а уже на меня нет. Если у нас холодно в помещении, да, вот на кого направлен рефлектор, тому и хорошо. А все остальные, ну, в той мере, в какой нагревается воздух.
немножко он нагревается, а тут прямо лучи греют. Так, ну а если вот эта вещь вредна? Ну, допустим, если водка вредна, ну все знают, что алкоголь – яд. Это что значит? Что это полезно для тех, кто производит водку. Правильно, если она вредна? А чем она вредна? А тем она вредна, что от нее сойти с этого наркотика очень трудно. Начать пить легко, а прекратить пить трудно. Значит, в этом и польза. Для кого? Для тех, кто производит. Это вот гарантированный сбыт. Это же хорошо. Да. Ну вот есть даже такие шуточные рассказики, но они тоже вот этот рефлексированный, так сказать, такой момент отражают. Учительница спрашивает, вот три пробирки. В одной и три червячка там шевелятся в этих пробирках, и три жидкости в одной. Вода, во второй водка, то есть, или спирт. А в третьем никотин, жидкий никотин. Вот три. И вот, значит, она показывает, вот смотрите, я опускаю червячка там, где спирт, он подрыгался и затих. Туда, где никотин, то же самое. А вот в воду бросает червячка и продолжает. Учительница спрашивает, Вовочка, какой ты сделал вывод? Я, Вера Васильевна, сделал такой вот, надо пить и курить, чтобы черви в организме никогда не заводились. Это рефлексия. Рефлексия. Но это, так сказать, шутка, а на самом деле, как вы понимаете, вот, скажем, на той же революционной Кубе, я недавно видел такой фильм документальный, там как кубинский крестьянин выращивает табак. Много его выращивает. Вручную это все делается, прямо лелеет его. А все это сводится к тому, чтобы потихонечку отравлялся. Отравлялись люди, которые будут это покупать. А те люди, которые будут продавать, они им совсем не обязательно курить этот табак. Я думаю, что они его и не будут курить ни за что. Но они благодаря, так сказать, этому самому табаку, который является товаром, они являются крупными капиталистами. Причем это иностранный капитал, все же скупается, то, что он на Кубе собирается, и все это идет на экспорт. Прекрасно, хорошо. То есть, если мы вот это понятие рефлексии будем, как нас учили учение о сущности, все время иметь в виду, что если вы берете что-то одно, как бы сие, так возьмите второе. Вот форма сущности – это форма отрицания. Почему? Вы какую-нибудь мысль будете высказывать такую поверхностную или глубинную? А глубинное же – это отрицание мысли поверхностной. Короче, это отрицание мысли. Я правильно сказал? Получается так. И что, вы отрицание мысли будете делать? То есть рефлексия, она тоже двояка. То есть, с одной стороны, что-то отрицает и что-то утверждает при этом. Конечно, всякий закон есть отрицание явления, правильно? А как он его отрицает? Если ты вот отталкиваешь, значит, я к нему притягиваюсь. А если я тяну, то значит... Отталкивается. Нет, он отталкивается от меня. Я его к себе хочу притянуть, к диалектике, а он отталкивается. Думал, вот пришли на кружок союзники, они думают, как от чумного от меня отталкиваются, это что такое. То есть вот люди, которые вкусили уже науку логики, они начинают понимать гибкость этих понятий. То есть никуда вы от этого не можете деться. И это в литературе есть. Вот так нападали враги Маяковского на него. Маяковский сегодня выглядел вроде бы прилично. Сегодня выглядел вроде бы прилично, а другие дни нет. Вроде бы прилично, на самом деле. Вот, так что можно вроде такое хорошее все сказать, и уйдет человек весь такой погашенный. Ну, вот, так сказать, мы же с вами имеем дело, ну, да, с классом, который в идеологии, так сказать, большинство получит только после совершения социалистической революции, и то не сразу, правда? То есть получить большинство
в буржуазном обществе оппозиционной партии невозможно. Если она действительно оппозиционная, если это не партия его величества, а партия оппозиционная его величеству. Так Ленин различал. То есть, если это действительно партия рабочего класса, что она, что при капитализме, вот благодаря работе партии будет большинство в головах пролетарской идеологии? Нет. Нет. Поэтому никогда через выборы невозможно прийти рабочему классу к власти. А поэтому рабочий класс и через выборы и не проходил. Как говорится, у него и выбора не было. Зачем ему выбор? Советы и советская власть. Большевики же не захватывали ту власть, которая есть. Они строили свою. Зачем захватывать? Как можно захватить власть буржуазную? Если вы ее захватите, то сами вы будете сторонниками буржуазии. А у нас есть наши вроде коллеги и товарищи, которые выдвигали там вот в президенты рабочую. Как вы рабочие выдвигаете в президенты буржуазного государства? Как вот до этого додуматься, досподобиться до того, что, чтобы она осуществляла ли она диктатуру буржуазии? Если она будет осуществлять, она предатель рабочего класса. А если она не будет осуществлять, ее выгонят, или застрелят, или убьют. Мы же знаем, как это делается, очень просто. Да, так что вещь полезна, значит, бывают вредные вещи. Вещь вредна, значит, бывают полезные вещи. Человек смертен. О чем? Это говорит о том, что бывают люди бессмертные. Хотите быть бессмертными? Сделайте вторую социалистическую революцию, товарищ. Нет, четвертую. Вот четвертую русскую революцию. И будьте бессмертным. Последнюю. Почему последнюю? Вам больше не надо. Вам больше. Это вам не надо. Нельзя сказать, что последнюю. Не знаю сам. А может, вы сразу как только сделаете, зазнаетесь. Если будете говорить, это последнее, можно ничего не делать. Оно раз и все и обратно уйдет. Да. Ну, то есть, человек, если он представитель общества, человек берется как всеобщий, он же бессмертен. Вот все хорошее, что вы сделали, все остается. Вот мы встаем, находимся в здании, которое не мы строили, за столом, который не мы делали. Пользуемся техникой, которую не мы придумали, и не мы сконструировали, и не мы собрали. А что мы собрали? Собрали вот один стол людей. И книгу вот эту мы получили, благодаря тем, что нам помогли. Почему? Потому что мы, в отличие от некоторых других, не болтаемся неизвестно, чем занимаемся, а стоим очень прочно на нашей позиции, и тем, кто стоит прочно, помогают. А тем, кто не стоит прочно, и никто помогать не будет. Ну, это вот, вы себе представьте, это же как бы подарок, который мы получили. Поэтому на меня время от времени спрашивают, как у вас купить? Я говорю, никак. Потому что эта книга не продается. И все. Идите в Красный университет, получите. Если зачет получите. А зачет получить это труднее, чем заплатить деньги. Зачет, экзамен. Но это вы уже, это я уже, так сказать, отстал, а вы уже требования ужесточили. Да, еще пропуск. Да. Так, твердость. Если есть твердость, значит, есть мягкое что-то. Упругость. Если это упругое, значит, есть неупругое. Вот пружина бывает. Так, она, знаете, а бывает такая пружина. Раз ее, и все. Вот и вся пружина. Что является противопоставлением упругости? Упругий и... Неупругий. Когда вы не знаете, как поставьте ней, будь... А нет, а... Пластичный, мягкий, как пластилин. Ну, пластичный. Пластилин точно не упругий. Я так раз, и что? А ничего, так и останется отпечаток пальцев. Глину можете сделать, хорошо развести, она точно не упругая. Но не такую совсем жидкая была совсем, а такая, мягенькая. Пластилин тоже самое. Да. Счастье. Вот тут поставил Гегель, думаю, так хорошо будет. Кажется, счастье. Не хочется думать о том, что бывают несчастные люди. Не хочется думать, но счастье, то есть это как бы как цветок, который предполагает, что есть еще и несчастье. И много еще несчастья в мире, или кругом счастья у нас?
Если у вас есть работа, счастье. Если еще за работу платят, опять счастье. Большое. Руку-ногу не оторвало? Счастье. У нас счастья очень много. И есть где жить. Кровь над головой? Счастье. Вот. Так что у нас счастье очень широко распространено. И за этим счастьем так вот рядышком и стоит. Поэтому это кажется, что такие вот высказывания, они одноплоскостные, что ну такое пустое вроде. Вот человек смертен. Ну, значит, а есть бессмертные люди. А в чем они бессмертны? Если они продвинули вперед человечество, как Гегель, или как Маркс, как Энгельс, как Ленин, как Чайковский, как Бетховен и так далее, или как великие певцы, особенно сейчас они будут бессмертными, раньше не записать было никак. А теперь-то ведь они будут петь и петь, и нас не будет, и их уже нет, а петь и будут слушать и восхищаться. Правильно? Вот. То есть вопрос о бессмертии сейчас он стал более обеспеченным. То есть сделайте что-нибудь хорошее, оно останется навсегда. Вот те, кто сделает новую социалистическую революцию в России, будут помнить вечно. А те, кто не сделает... И пусть, как покарает меня суровая рука товарищей. Так? Вот так, что вот так. И тому подобное. Представляют собой такие своеобразные предикаты, говорит Гегель. Они выражают собой некоторую существенность, которая, однако, есть некоторое определение в отношении или некоторая охватывающая всеобщность. И эта всеобщность, вот такой, казалось бы, странный такой разговор. Но после вот этого вступления, которое я сделал, понятно, что вот да, действительно некоторое. Некоторую существенность, не сущность, а существенность идет. Которая, однако, есть некоторое определение в отношении. В отношении одного хорошо, в отношении другого и не очень хорошо. Или некоторая охватывающая всеобщность. Что такое охватывающая? Такая всеобщность, которая не все охватывает. Вроде всеобщность, да не все. Все яблоки вкусные, кроме гнилых. Вот вам. Это всеобщность, которая определится далее в движении рефлективного суждения, еще отлично от всеобщности понятия, как таковой. Хотя она уже больше не есть абстрактная всеобщность качественного суждения. Качественное суждение – это суждение наличного бытия. Видите, как весь как синоним употребляется? Качество – это же определенность, ставшая наличным бытием. Или взятая как наличное бытие. Определенность называется качеством. То есть взятая не так, какова она есть. Качество – это превращение определенности из отрицательной категории в позитивную, положительную. А потом это все равно прорвется, когда будет нечто иное, при этом движение вперед. Хотя она уже больше не есть абстрактная всеобщность качественного суждения, она все же находится еще в соотношении с тем непосредственным, из которого она происходит. И это непосредственно лежит в основании ее отрицательности. Непосредственное, то есть бытие, лежит в основании ее отрицательности. А какое может быть отрицание без бытия? Если есть бытие, так есть отрицание. А если нет бытия, так какое же это? Тогда это есть бытие, вот это отрицание, оно висит в воздухе, так оно и есть, и все. Раз оно ничего оно не отрицает, никакое это не отрицание. То есть, конечно, люди, не изучающие диалектику или не потратившие на это достаточно много времени, не привыкшие к такому языку, они говорят, ну что тут такое говорят? Непонятно. А что тут понятно? Если отрицание есть, значит отрицается какое-то бытие. А если бытие, значит есть какое-то отрицание или небытие, или ничто, что-то отрицательное обязательно. Понятие определяет наличное бытие ближайшим образом так, что делает его определение определениями отношения, непрерывное продолжение их самих в разном многообразии существования. В разном многообразии существования. А существование – категория чего? Учение о сущности. Поэтому всякие определения связаны с самыми разными сущностями. Так что истина всеобщая есть, правда, их внутренняя сущность, ну, в явлении. То есть истина всеобщая, но оно в явлении уже не такое всеобщее, раз в явлении, а это не закономерно, это неспокойное в явлении.
И эта релятивная природа, или, можно сказать, их признак, еще не есть их в себе для себя сущее. Вот как у нас люди все время это таскают и в научной литературе или псевдонаучной, все время говорят, вот признаки, найдите признаки, признаки. Вот если есть голова, это признак того, что это Лазарев. Не будете отрицать? Не будете. Руки есть. Это тоже признак, товарищ Лазарев. Ноги есть. Наука логики есть, книга. Это признак. Но это же не Лазарев, вот наука логики. Но это признак Лазарева, потому что другой-то вот такой книги у него нету. И товарищ Анохин у него по книге можно определить. Это его признак. Еще часы. Дескать, надо быстрее изучать, а то умрешь и так и не изучишь. Если не будешь стараться. Часы это страшные. Они же о чем напоминают? О бренности жизни, правда? Я что, так не смотрел? Что смотреть? Идет и идет хорошо все. Потом посмотришь, а жизнь-то коротка. Но с другой стороны, жизнь, она это же не время, а то, что происходит в это время. Поэтому на самом деле, может, самая жизнь идет как раз, а вот когда что-то другое совершается, жизнь-то как раз и не идет. Потому что что может быть выше развития человека, как человека? А мы же говорим о чем? Человек есть мыслящий разум, как говорил Гегель. Мыслящий разум. Самое возвышенное, что только может быть. Все сразу могут возгордиться, скажем. Не знаю, не знаю. Так он и мыслит. А? Может, так и мыслит. Да. Ну вот, собственно говоря, здесь объяснение того, почему это вот... так оно называется, рефлексивное. А дальше как-то он кратко говорит, сингулярное. Сингулярное, когда такое слово употребляют, некоторые люди, не привыкшие к такому слову, думают, что это такое. Сингулярное – это единичное, одно. Сингулярное. Вот. Единичное – всеобщее, вот и все. Вот оно гласит рассуждение. Единичное – не всеобщее, не есть всеобщее, единичное – всеобщее. То есть всеобщность – это характеристика единичного. Вот как здесь получается. Единичное всеобщее. Человек разумен. А бывает разум, который только у одного человека? Или это понятие, относящееся к человечеству? Человечество. Вот если я про вас скажу, что вы человек разумный, так это вот с отрицанием того, что это вы. Потому что это касается человечества в целом. И долго люди этот самый разум свой развивают. Да, и так далее. Единичное, всеобщее, вот как говорит. А партикулярное? А что такое партикулярное? Ну вот тут надо привыкнуть к этим сказать. Что такое партикулярное? Партикулярное – это от слова, партикулы – это особенное. Ничего-то такого нового нету. Но когда у вас особенное суждение, в которое берется не какая-то единичная, а целый пачек, обладающий вот этой особенностью. То не единичность субъекта, которая должна быть положена вместо его сингулярности, в первом суждении рефлексии есть особенность. Одно дело люди смертные, а другое дело смертность выше у рабочих, чем у интеллигенции. Это вот, пожалуйста, вот смертность и смертность. Вот, сейчас получили мы информацию, 10 человек погибло. 11. Ну, один потом погиб, не сразу. А 10 сразу погибло при коллекторе, когда отправили чистить коллектор, так сказать, не без... Да, без того, чтобы, так сказать, все это... Это же надо делать, видимо, с соответствующим оборудованием. Это же там яды. Ядовитые среду. Отравили людей. Но это требует, как говорится, денег требовало, что является отрицанием того, что надо просто взять и послать. Легче же взять и послать, вот люди и погибли. Но единичность определена в суждении рефлексии как существенная единичность. Вот погибли люди, но и вполне конкретные люди погибли, рабочие. Поэтому особенность не может быть простым, абстрактным определением.
в котором единичное было бы упразднено и существующее погибло бы до основания, а может выступать лишь как некоторое расширение во внешней рефлексии. Поэтому субъектом служат некоторые эти или некоторое особенное множество единичных. Вот вам и классы, например, это некоторые эти, правда? То есть можно брать все общество и говорить «народ, народ, народ, народ». Во-первых, народ уже тоже берется некоторые эти. По Ленину что такое народ, кто скажет? Трудящиеся. А? Трудящиеся, рабочие крестьяне. Рабочие крестьяне. Рабочие и мелкая буржуазия. То есть все, кто трудится, кто своим трудом живет. Но одни свои трудятся на капиталиста, а другие формально на себя. Формально. Но поскольку их потом на рынке обдерут как липку, то и они тоже трудятся на капиталиста, но не в явной форме. Это народ. Отсюда хождение в народ. Если кто-то ходит в народ, значит, это не народ ходит. Люди просвещенные ходили в народ, правильно? То есть не трудящиеся. Да. Да, интеллигенция ходила там, разночинцы и так далее. Ходили в народ, просвещали. Это суждение некоторые единичные, суть некоторой всеобщей рефлексии. Вот он так его описывает. Выступает ближайшим образом как положительное суждение, но оно в такой же мере также и отрицательное, ибо некоторые содержат в себе всеобщность. Со стороны этой всеобщности оно может быть рассматриваемо как объемлющее, но поскольку некоторые есть особенность, оно вместе с тем и неадекватно ей объемлющему. Отрицательное определение, полученное субъектом в результате перехода сингулярного суждения, есть, как показано выше, также и определенное соотношение связки. В суждении «некоторые люди счастливы» заключается непосредственный вывод. Какой? Несчастные. Есть некоторые счастливы, а есть некоторые несчастливы. Да, вот написано. Непосредственный вывод. Некоторые люди не суть счастливы. Понятно. То есть такое вот суждение, оно с виду такое положительное. Некоторые люди счастливы. Ну, порадуйтесь за Мордашова. За кого? За Мордашова, порадуйтесь. Миллиардер все-таки. Да. Можно гордиться, что у нас, у России, после страшной эпохи социализма выросли свои миллиардеры. Вы гордитесь этим, нет? И у нас мы. Причем миллиардеры эти, при том, что экономика так не развивается быстро, а все хорошо. Вот сейчас, как вы думаете, во время этого ковида, как дела у миллиардеров идут? Да на одной упаковке для вакцин сколько выросло. В Китае даже один стал миллиардером. Это не один, там. На упаковке только один, только на упаковке, а там еще сама вакцина. Но как вы думаете, вот если гриппа прививали, 30 миллионов доз. Причем прививали грипп один, а приходит другой. Вот прививали свиной, а пришел гонконгский. То есть как бы зря прививали, потому что он никак не повлияет на то, что вы будете болеть. А вот, а деньги-то получены. То есть если некоторые люди счастливы, пусть неудачник плачет, это вторая сторона. Если у вас все хорошо, вы удачник. Да. А если не все хорошо, вы тоже удачник, потому что хоть не все, но хоть что-то у вас хорошее есть. То есть это полезный такой материал для обдумывания того, что бывает в суждениях, которые не становятся объектом рассмотрения. Когда вы начинаете рассматривать, то вы видите, что то, что кажется, выдается за некий позитив, содержит в себе одновременно и определенный негатив. То, что мы изучаем, некоторые поймут. Ничего же я не сказал же плохого. Но я могу и партикулярные высказывания сделать. Не просто некоторые, а те, которые занимаются в кружке и посещают регулярно, в большей мере поймут, чем другие. Лучше звучит. В большей мере, чем другие особенно. Мера такая. Да, мера есть.
Но, так сказать, еще отдельно мериться надо. Но в силу этого партикулярное суждение неопределенно. Вот эта неопределенность, которую мы видим и говорим, что вот неудачно высказали, и удачно высказали. Такие есть суждения и такие ситуации. И каждой ситуации соответствует и то суждение, которое употребляется. Если мы далее будем в примерах такого суждения рассматривать субъект, некоторые люди, некоторые животные и так далее, то окажется, что кроме партикулярного определения формы «некоторые», он содержит в себе еще и определение содержания. Человек. Можно, например, говорить просто человек. Субъект сингулярного суждения мог гласить «это человек». Некая сингулярность, которая, собственно говоря, принадлежит области внешнего показывания. Правильнее поэтому, что субъект гласит примерно «кай». Но если вот уже берем суждение рефлексии, вы же не будете говорить «некоторые кайи». Некоторые люди, придется говорить, уже много людей. Некоторые люди, а уж не кажете, некоторые Иваны или некоторые Петры. К выражению «некоторые» присоединяется поэтому некоторое более всеобщее содержание, например, люди, животные и так далее. Это не только эмпирическое, но и определенная форма суждения содержания. А именно последнее есть некоторые всеобщее. Некоторые всеобщее, то есть всеобщее с чем? С отрицанием. Некоторые всеобщее. Что же это за такое некоторые всеобщее? Ну а где вы такое всеобщее найдете, которое вообще было всеобщее? Что вы найдете без отрицания? Кто-нибудь может сказать, что без отрицания? Чистое бытие. Но оно сразу же превращается. Единственное есть чистое бытие, и то тут же без всяких усилий превращается в чистое ничто. Это страшное дело. Мне вообще ничего не будет. Давайте лучше иметь не такое уж бытие чистое. Пусть оно будет не такое чистое, но, по крайней мере, не сразу превращается в ничто. Хотел взять, его уже и нет. Так, именно. Это не только эмпирическая, но и определенная форма суждения содержания. А именно, последнее есть некоторые всеобщие. Ибо выражение «некоторые» содержит в себе всеобщность. И эта всеобщность вместе с тем должна быть отделена от единичных, так как в основании лежит рефлектированная единичность. Говоря точнее, эта всеобщность есть также и всеобщая природа, или род. Человек, животное, являясь предвосхищением той всеобщности, которая есть результат рефлексивного суждения. Вот к чему он пришел. Род. Где используется понятие рода? В какой песне? Никто не помнит? Ну вот, в интернационале. С интернационалом воспрянет род людской. Рефлексивное суждение. Род людской. Не просто, так сказать, а вот род. А род, он в этом смысле, он ведь имеет признак всеобщности еще и в том, что он-то никогда не кончается. Это отдельные люди могут умереть, а род-то нет. Род людской-то не, он бессмертен по природе своей. По природе. Тут тоже в самом слове «природе» тоже род есть. Так что все будет хорошо. Не беспокойся. Так. Ну вот, это значит, речь идет о каком суждении? О суждении партикулярном. И, наконец, универсальное. Всякость там берется. Уже не все, а всякость. Всякие. Всякость – все, суть – все единичные. Но взятые не скопом, а каждый по отдельности. Не все мы, а все отдельные члены нашего кружка. Взятые по отдельности – это вот это всякость. Видите разницу? Просто скопом взять всех, вот сидят за столом. Нет, они сидят за столом, на каждый свое. Каждый знаете, у него свое на уме. Каждый имеет свою позицию. А позиция всеобщая. А какая позиция? И дальше изучать около Гегеля. Так, ну вот, примерно в таком духе надо это и изучать, и рассматривать. Хочу сказать, что после второго, третьего чтения это становится более-менее
понятным. Хотя и не так много страниц, но их лучше прочитать, эти страницы, и потом отвлечься, а потом снова, то есть отрицать. Не буду это читать сейчас. И завтра не буду, а послезавтра буду, это уже позитив. И так далее. И так, в несколько заходов будете двигаться вперед. Ну, а дальше вот такие страшные вещи, как суждение необходимости категорическое. Это уже потом. Это мы будем уже в октябре изучать. Разделите, там гипотетическое суждение. Да, разделительное суждение. Вот это у нас. И потом, вот уже следующее понятие должно нас привести к суждению понятия «Д». Привести. Но мы этого не успеем сделать. Вот на следующем занятии будем разбирать задание на лето какое. На лето и осень. Ну, все это повторить, начиная с чистого бытия, и добраться до суждения понятия. Но кто вперед забежит, никто не может запретить. Читать дальше, а? Когда у нас это будет следующее занятие, мы потом заранее. Когда у нас будет? Вот 21 год, октябрь. Вторник, 5 и 12. 12 октября. 12 октября, очередное занятие. 12 октября. 2021 года. Вот. Кто занимается проще, дольше проживет. Да-да. Вы-то из-за этого и пришли. Но не только из-за этого. Видите, я сразу развернул, чтобы была и тут и отрицательная часть. Ну, конечно. Так, вопросы есть какие-то для обсуждения у нас? Пока нет. Нету, да? Орг вопросов тоже нету. То есть все, мы продолжаем двигаться в этом плане. Значит, совершенно, я думаю, должно быть всем понятно, что наш кружок, он для того, чтобы подкрепить все другие виды деятельности, которые мы занимаемся. Потому что от хорошего, так сказать, изучения науки и логики дело спорится любое лучше. Любое, да. Да. Никого мы тут не ограничиваем в своих, так сказать, стремлениях, настроениях и прочем. Но, так сказать, успех тут гарантирован, ну, начинание. Но не только в начинаниях, но и в завершениях. А то так можно много начать и ничего не завершить. Тут как только слово скажешь, там сразу идет, тянется за ним вот это отрицательное. И тут мы уже к этому привыкли, что если что-то сказали... Вы выглядите сегодня хорошо. Тут вообще страшно много отрицаний. Во-первых, сегодня хорошо, да, вчера, позавчера, в другие дни плохо. Выглядите. А еще и вроде бы, если сказать, ну и совсем тогда уже. То есть, конечно, люди, изучающие или изучившие науку логики, получают и язык пластичный, и более богатую форму выражения своих мыслей. Не такую топорную, какая вот. Может быть. Там можно сказать так, комплимент. На этом, значит, я хочу вынести благодарность всем присутствующим и тем не присутствующим, но у нас примерно 1500 уж точно участвуют в занятиях кружка. Я сужу по тому, кто регулярно смотрит. Я думаю, что те люди, которые далеки от изучения, они вряд ли будут так настырно столько смотреть, чтобы было 1500 человек. Потому что выходят иногда интересные такие ролики по текущим событиям, а их не смотрят, а смотрят на эти самые ролики, связанные с кружком. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это... Ну вот мы... Сейчас же закон о просвещении, да, о просветлении. Вот мы просветляем трудящихся. Мы можем просветить и тех, кто эти законы принимает, если будет необходимость. Потому что это просвещение для всех, оно не ограничивает. Всеобщий характер носит. Как можно выступать против света? Против темноты надо выступать, а против света нельзя. Свет научного знания, диалектической. Что свет — это не свет. По закону просвещения. Человек, который говорит, это свет. А что такое закон? Ну, вот закон, вы поняли? А что такое закон? Спокойная вера.
Спокойное явление. А, так вы не путаетесь. Это же это закон, но это чисто внешний. А у нас глубинные понятия. Спокойное явление. Будьте спокойны, все хорошо. Двигайтесь вперед. Спасибо за внимание. На этом завершение.